Алло, ну ты где? Я возле гаража, гараж открытый, машина стоит. Я здесь. О, а ты что там забыл, Карлсон? Поднимайся, покажу. Что тут у тебя? Ну вон что, пришла весна, сам видишь. О, это тебе походу оттуда прилетело? Да, наверное. А что ж ты потолще-то не купил? В смысле? 0,5, посоветовали. Да какой-то он слишком хлюпкий. Сам ты хлюпкий. Да серьезно, мне кажется, тебя просто обманули в магазине. Ну что я тебе могу сказать? Шашлыки походу отменяются. Поехали, я тебе нормальный пропись покажу. Ну поехали. Да, ситуация знакомая многим. Рассчитываешь на прочную крышу, а получаешь совсем другое. Покупать нужно в проверенных местах, там, где точно не обманут. Кстати, одно такое место я знаю. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас вот тут одна проблемка есть. Что вы имеете в виду? Ну, нам кажется, что нам продали лист толщиной 0,4 миллиметра по цене 0,5. Ну, давайте промерим. Давайте. Ну, у меня для вас плохая новость. Вас действительно обманули. Металл 0,4, для кровли он совсем не идет. Ну вот, все так, как я и думал. Металл тонкий, а цена совсем не та. Думаю, в этом отделе продаж магазина «Строймастер» нам обязательно помогут. Ну, что могу предложить вам из кровельных вариантов. Это металлочерепица, либо профлист. Кстати, какую крышу перекрываем? Гараж. Гараж, ну тогда оптимальный вариант для вас, оцинковочка. Да. Профиль МП-20. Высота волны 2 сантиметра, водичка туда не затекает. И за счет вот этого ребра жесткости выдерживает большие снегонагрузки. А толщина у него какая? Заявленная 0,47 мм, что подтверждено сертификацией. И на каждом пункте продаж мы можем вам его промерить микрометрами. Также при приобретении материала на складе вам наш сотрудник промерит микрометром толщину. Я доверяю магазину «Строймастер» по одной простой причине. Они являются дилерами лучшего производителя кровельных систем группы компаний «Металлпрофиль». Качество своей продукции они подтверждают наличием гарантии. Между прочим, важно не только то, какой именно металл вы постелите себе на крышу, но и то, как вы его закрепите. Вот, например, завод-производитель данного профиля заявляет, что необходимо 6-8 болтов, саморезов на квадратный метр. Если вы вкрутите меньше, то вполне возможно, ваш металл потом вместе с ветром скрутит и унесет куда-нибудь к соседям. В ассортименте магазина можно найти не только кровельный материал. Вы можете подобрать себе абсолютно все, что понадобится для оформления фасада и крыши здания. Профлист, обналичка, панели, крепеж. Все. До банальных саморезов. И на всю продукцию есть сертификаты соответствия и качества. Кстати, качество профлиста, который нам подобрали, мы решили проверить на складе. Правильно говорят, доверяй, но проверяй. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вот по заявке. У вас профнастил оцинкованный МП-20. Пройдемте со мной. Так, вот ваш лист толщиной 0,5, оцинкованный. Еще один важный плюс магазина «Строймастер» – это доставка. Вы можете либо забрать самостоятельно купленный вами материал, либо вам его привезут на дом. Точно в срок и в нужное место. Время вам какое? 4 часа, если можно. Все хорошо. Отлично. Все, удачи. Ну вот, с профлистом я тебе помог, а перекрывать сам будешь. Привет. А ты чего такой потрепанный? Да, там. Понятно. Опять всю ночь играл в компьютерные игры. Ну, знаешь, зато тебя бы с легкостью взяли сниматься в фильме «Пиксели». «Пиксели»?
Ты ничего не слышал? Это очередная премьера. Наикрутейший сюжет. Инопланетяне в образе популярных героев компьютерных игр вторгаются на нашу планету. И им дает отпор команда геймеров. И знаешь, с кем во главе? С президентом Соединенных Штатов. Серьезно? А кто у них главный злодей? Насколько мне известно, это некий Пакман. Подожди, некий Пакман? Ты что, не знаешь Пакмана? Все, я думаю, с мороженым мы с тобой еще разберемся, а вот с Пакманом нужно разобраться прямо сейчас. Выдает себя за героев видеоигр и хочет разобрать нас на пиксели. Пакман инопланетянин? Он атакует! Данки Конг. Это ж просто бочка! Что она может сделать? Пакманы убивали такие мини-привидения. Мини-привидения? Да легко. Оуда! Только мы можем это сделать! Я пошутил. Мы все погибнем. Я просто... Извини. Пиксели. Хочу представить вам профессора Иватани, создателя Пакмана. Пакман не злодей. Вот увидите. Профессор Иватани, куда вы? Поговорю с ним. Он мой сын. Здравствуй, мой мальчик. Боже, как ты вырос. Так трогательно, зашибись. Ты хороший мальчик, я знаю.